Всем привет, с вами я, Элис. Сегодня, лежа на диване с своим пузиком кверху, я подумала, что лежать на диване и листать ленту Инстаграма – это, конечно, очень хорошо, но охотиться за любимыми куклами Monster High и Ever After – это вдвойне приятнее. Поэтому сегодня, по традиции, мы решили приехать в Maxi Toys, и это первый магазин, который мы решили с вами посетить за сезон лета 2017 года. Надеюсь, будет интересно. Так что смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик. Ну что ж, посмотрим, какой ассортимент тут есть. По 15 августа во всех магазинах действуют скидки. Минус 20, минус 40, минус 50-30%. И мы как раз попали в эту волну. Ой, все, закупаюсь. Спиннеры. Рядом с кукольным стендом есть также и пупсики. Посмотрите, сколько их. Ух. Сейчас быстро вам покажу. Посмотрите, тут и коляски есть, и все, и кроватки для детей этих маленьких пупсиков. Утюнь какой странный. И... Ой, я таких же собирала в Диснейленде. Их там можно купить, и тут можно купить по 15 евро. И такие конструкторы по 30. И свинка Пеппа. Знакомьтесь, это мой новый друг. Почему я его поцеловала в глаз? Вот стеллаж с игрушками по скидке. Тут я вижу Барби. 9 евро. Вообще без шарниров, это какой-то ужас. И куклы Fashionistas по 13 и по 15 евро. А также есть Барби с домом, и посмотрите, ее цена 60. Офигеть. Какая кроха. Ой. И рядом тут есть кареты по 40 евро. Я сейчас вспоминаю, и у меня точно такая же карета стоит дома. Только уже, наверное, лет так 7 или может 8. Что ж, мы начнем с вами рассматривать все по порядку. Первое, что вижу, это Hello Kitty, Disney и даже Дора с ее подружками. Как же она сильно повзрослела. Потому что я ее смотрела и изучала вместе с ней английский, когда мне было 4 года. А также здесь есть по 80 опа. Итак, это гуляющая девчонка. Так, ладно, все, заткнись, пожалуйста. Сколько мне ждать? О, спасибо большое. Это Enchant Animals. Или же как они там? Enchanted Animals. Короче, это совсем не важно. Вы посмотрите. Ух ты, ух ты, ух ты. У меня же дрожит рука, потому что я их вижу первый раз. О, какие они милые. О, порошок. Потрясающий. Они стоят достаточно дешево. 10 евро. Но мне не нравится, что у них нет шарниров. И они такие же не шарнирные куклы, как сейчас стали выпускаться Monster High. Это сильно огорчает. Да, и их я себе в коллекцию не буду покупать, потому что они не шарнирные, а таких я не собираю. Правее расположился целый огромный стеллаж с троллями. И тут в основном такие вот маленькие симпотные фигурки и разные школьные принадлежности. А также эта подушка за 11 евро. Люблю всех. Какие милашки, смотрите на них. Что ж, мы с вами наконец-то подошли к стеллажу для девчонок. И сейчас рассмотрим, какие же куколки тут есть. Ага, My Little Pony. И наконец-то я не ошиблась в произношении этого бренда. Уху. Да, и тут даже есть подделки под пони. Wonder Pony Land. Давно их вижу. Так. Так, смотрим дальше Шопкинс. О, она очень милая. Ну и дальше Little's Pet Shop. Помню, меня кто-то просил их показать. Так вот, показываю ассортимент. Как вы видите, особо небольшой. Тут есть домик за 50 евро. Офигеть. А также маленькие зверюшки. Их тут две в наборе по 10. И Цум-Цум. Алиса в стране чудес. И другие герои. 10 евро. Да.
Так, ну это пока неизвестно. И тут есть Бетти Спагетти. Помню, я как-то в России их увидела. И даже манекен за 10 евро! Ну и наконец-то мы с вами подошли к куклам Ever After. Их тут очень уж мало. Всего лишь 3 куклы. Ой, нет, 2 куклы. Вру. Тут есть всего лишь 2 персонажа из серии Legacy Day по 45 евро. Это Applewhite и Raven Queen. Они, кстати, европейской версии. И завалялись тут уже, наверное, года так с 2015-го. Ниже мы видим кукол Winx Club. Это 35 евро Лейла, Butterflix Fairy. И все, собственно. А, да, и русалочки Bloom и Stella по 20 евро. А также есть подделки под Winx. Вот такой вот набор. Он стоит 15 евро. Тут есть 2 куколки в наборе, и у них очень странные глаза. Аутфиты у них детализированные, но качество у них просто ужаснейшее. Дальше также подделки, и тут есть за 15 евро огромнейший набор с Барби. Кстати, у нее кривые глаза, по-моему. Сколько одежды тут, можно на каждый день, каждый сезон просто менять как перчатки. И всего лишь 15 евро. Но, конечно, качество оставляет желать лучшего. И также Барби-русалочки достаточно большие по росту за 10 евро. Так, опять какие-то подделки. Fanville Sparkle Girls. Ух ты, я первый раз вижу Wonder Woman. Стоит она 20 евро. И тут есть, как ее, супергеройский костюмчик. И тут есть такая более домашняя девчонка. А еще я попадаю в экран. Привет всем. И также есть DC Super Hero Girls. Ассортимент их, конечно, попустел, надо сказать так. И уже по 25 евро продаются базовые куклы. Вот, начинают заваливать полки, куклы. Как их зовут? Напишите в комментарии. Что-то я в этом... Бат-кот, как их там? Ладно. Бат-кот. Бат-кот. Кукла Нэнси, 35. Ну и наконец мы с вами подошли к стенду Monster High, который так всех интересовал. Наверху мы видим очень больших кукол по 40 евро. И, кстати, обратите внимание, что сейчас на них скидка минус 50%. То есть стоят они 20 евро. И мы видим Гулёппу Джеллингтон из 2 серий. И серии Shriek Wrecked. И первый ее базовый вариант это Фрикдишик. Или Чик. И также мы видим Frightfully Tall Ghouls. Кстати, у них новые коробки стоят 30 евро без скидок. Мы видим Франкенштейн. Наверху Дракулаура и Клодин Вульф. И стоит отметить, что это американская версия. А вот Гулёппа, Shriek Wrecked и Фрикдюшик — это европейская. Наверху завалялась, да, именно этот глагол тут можно употребить. 30 евро Франкенштейн, и на нее также действует скидка минус 50%. Давайте посмотрим, работает ли она вообще, потому что лежала она тут давно. О, да, Рил работает, нормас. Рядом с куклами Frightfully Tall Ghouls лежит куколка Ари Хантингтон, поющая. Стоит она 35 евро. Их тут всего лишь 2, так что если вы во Франции и желаете приобрести ее, то поторопитесь. Мы видим куколок уже более бюджетных. Это Laguna Blue Welcome to Monster High. Так, и судя по всему, тут только Laguna Blue. Стоит она 25 евро, без скидок. Также есть Клодин Вульф, но обратите внимание на ее цену, 28 евро, и при том, что кукла совершенно не шарнирная, и не очень-то она какая-то... печалька. Также есть Дракулаура базовая, First Day at School, то есть первый день в школе, а также Франкенштейн. У нее просто шикарная печать глаз, и да, я бы хотела такую куклу в коллекцию с такой печатью. Да, неплохо. И, ого, тут есть также Лагуна. И на этом ассортимент заканчивается. Кьерти Троллсон из коллекции Brand Blue Students. Easy Down Dancer тут, кстати, была, но закончилась. Стоит она 30 евро. И согласитесь, лучше купить Кьерти, чем Клодин Вульф без шарниров. Frankenstein Electrified, но тоже без шарниров. Оу, опасная. Стоит она 30 евро. Франкенштейн, как и Клодин Вульф, без шарниров,
В общем, стоит она 20 евро. А ниже мы видим атрибуты, как и лежали тут, так и лежат до сих пор. Но что самое клевое, так это Минис, Монстр Минис. И стоят они 30 евро, что, о, это очень уж дорого. Я первый раз их, честно говоря, вижу вообще в жизни. Это Кэти Нуар, Венера Маклайтрап, Декулаура, Твайла или Твила, другие девчонки школы монстров. Помню, Маттел очень часто выкладывал фотографии с этим набором. И есть фотоаппарат, правда не знаю, насколько он хорош, но стоит он 40 евро. Французы, судя по всему, очень любят «Холодное сердце», этот фильм, мультик. И огромнейший такой стенд посвящен именно им. Но, тем не менее, нас интересуют больше всего куклы. Такие большие пупсики, хотя они на пупсов не очень-то похожи. Какие-то гиганты просто. Так, мы видим кукол от Hasbro, от Mattel. И скидка на них 30%. Поющие. Давайте нажмем. Ясно. А это такие шампуни в форме принцесс. По 10 евро. Ну и, наконец, принцесски. Их тут достаточное количество, чтобы выбрать. Есть Ваяна, есть Белль, Рапунзель, Мерида и так далее. Но цены не то чтобы сказка, просто ух, ужас. По 30 примерно, по 20. Подделки под Барби. Единорог и Барби. И ух. Называется «Выбирай на свой вкус и цвет». Конечно, Барби. Как я не могла не показать вам Барби? Это просто важно. Да, настолько важно. Лошадь и Барби стоят 65. Вау. А такой набор для творчества 35. Это же бесконечные наборы. И вот такой вот сет можно купить по скидке, скажем так, за 17 евро с Барби и Кеном. Вот эта девчонка чем-то на меня похожа. И, кстати, она у меня есть, но из коллекции Fashionistas. Барби Dream Topia. У нее новые волосы. Ага. Перекрасила их розовый цвет. Далее мы видим Fashionistas. О, смотрите, какая темненькая. И наборы по 60 евро по скидке. Анимешка. И видеогейм. Не хотите кабриолет малиновый? Лично я обожаю малиновый цвет. И вы посмотрите на мне шляпа, а только на фиолетовый. Просто мне весело. Есть также дофигища просто аутфитов, обувь. То есть выбирайте 5-13 евро. Даже для Кена есть столько костюмчиков. Барби Спай Сквард. И вот, по 55 евро тут есть довольно эксклюзивные куклы. Барби Коллектор. Холидей, то есть каникулы, по 55 евро. Новогодние такие девчонки 2016 года. Ну, они же есть Барби гиганши, да, в прямом смысле гиганши. Они стоят 35 евро, и у них достаточно длинные волосы. Она мне напоминает Рапунзель. Здесь карета за 65 евро, в принципе, 65 для них это, походу, нормас. Как и у Monster High, у Барби также есть дом из коллекции Dream Topia. В чем стоит он? 125 евро. Радужный пластик. Куклы Starlight, которые уже давно тут лежат. По 30 евро. А рядом Барби-невеста. У нее очень смешное лицо. А рядом ее как раз-таки лошадка. Я же особый акцент сделала на вот этих вот зверюшках. Они очень милые и симпатичные. Если бы у них были бы шарниры, то я обязательно бы их начала коллекционировать. Потому что, ух, это очень милые. Всегда люблю быть маленькие. Рядом есть огромнейшая аллея с Лего. Это больше уже, наверное, для мальчишек. Товары со скидками. Школьные принадлежности и разные спортивные инвентари, атрибуты, так. И если вы любите топ-модель, рисовать и создавать свои новые образы, то вот, как-то я тут даже покупала. А тут много настольных игр. На свой вкус выбирай, что хочешь. Ну, а если вас интересует товар со скидками, то эта куча, она для вас.
разгребайте. Лично меня всегда интересует такой товар. И как-то даже однажды я тут нашла Дафни из Винкс Мотел. Сейчас все помешаны на спиннерах, и Франция не исключение. Даже в магазине обуви есть эти спиннеры. Ух, вот так они уже, если честно. Вот вижу, вот такие вот спиннеры, и даже мне удалось подержать его и покрутить как-то на днях. Это был самый ужасный день в моей жизни. Так все спиннеры стоят то ли 3, то ли 4 евро. Ну, смотрите, кто-то так прям хотел посмотреть, потрогать, подержать его в руках. Ох, но это как-то дороговато, честно говоря, для такой штуки. И так. Тут есть разные цвета, есть и желтый, и зеленый, и черный. Черный — это модно, это стильно, это молодежно. Берите черный. Самое главное, что сейчас тут действует скидка 2+1. То есть вы покупаете 2 спиннера, и третий вам просто дарят в подарок. И такая акция действует до 30 июля. Мы прям в точку попали. Мы всегда все в последний момент делаем, и спиннеры мы не покупаем. Если вы спиннероман, то вам сюда. Целых 3 спиннера на всю жизнь хватит. Еще друзьям подарите. Но самые хорошие спиннеры, это по 4, скорее всего, евро. Они находятся вот в таких вот белых коробках. Очень похожи на геймерские какие-то штуки. В общем, давайте соберем с вами 10 тысяч лайков, и тогда я разыграю спиннер на своем канале. Ну, а также выпущу новое видео «Охота на кукол». Так что 10 тысяч лайков давайте. Я уверена, вы сможете. Подводя итог, могу отметить, что ассортимент кукол, он особо не изменился с апреля и с лета того года. То есть он как был, так и остался. Цена, в принципе, одна и та же. Разве что появились некоторые куколки Минис. Ну а еще мы с вами увидели спиннеры по довольно дешевой цене. И даже по акции. Надеюсь, вам это видео понравилось. И если так, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также нажимайте на колокольчик. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!